Сегодня утром 24 марта поезд с людьми сошел с рельсов в Чикаго. В настоящий момент неизвестно, с какой скоростью двигался поезд и что послужило причиной аварии. Очевидцы сообщают, что поезд вылетел на платформу и врезался в эскалатор. Погибших нет, но по меньшей мере 32 человека получили ранения и были доставлены в больницы. На месте происшествия работают 10 машин скорой помощи и бригады аварийных служб.